просто уверен, что у них с Сарой роман. Готово. Дэрил, а откуда эта фотка? Которая? Где вы с Сарой? Когда? А, точно, это было в феврале, мы встретились в Сан-Диего. Она тебе не рассказывала? Не, она упомянула, что столкнулась с тобой, но не о том, как... Как мы решили помянуть былое, ужраться в хлам, оторваться по полной. Мы просто вспомнили прошлое. Она ведь... Да. Она умница. Это точно. Потрясная. Выскочила из головы. Февраль... Это месяцев 9 назад. Заканчивай. 9 или 10? 9. Так что ты решил с именем? Сара сказала, что ты уперся, как баран, и не можешь выбрать. Она так сказала? Да, в письме написала. Вы обмениваетесь письмами? Да. Чем вы еще обмениваетесь? Эйтан. Жидкостями? Что он несет? Я стараюсь не спать. Я с ней не сплю. Не обращай. Когда мне с ней спать? Я в Техасе, а где она? Сперму тоже отсылал? Что? То, что вытекает, когда кончишь. Короче, теперь новое правило. Молчи. Ни единого слова. Ужасный кофе. На вкус кошачий. По-моему, очень вкусно. Конечно. Мой-то кончился, вот я и заварил то, что вы привезли. Господи, это же был его отец. Да ладно, я куплю вам новый кофе. Чего он так напрягся? Нет. Это же просто... Его отец и есть этот кофе. Он умер, а прах после кремации сыпали. Пошел нахрен отсюда. Вместе с бородой и шавкой. Вон! Я понял. Убери его! Вот видишь, и 10 минут не прошло. А, боже ты мой! Вот идиот! Где его прах? Где прах моего отца? Спокойно. Куда он его он делал? Он ненарочно. Где он? Да вот же я показываю. Видишь вон ту кофеварку? Вот твоя банка. Прямо рядом с кофеваркой. Сейчас поднимем крышку. Я сам. Спокойно, все хорошо. Просто успокойся. Давай мне. Боже. Успокойся. Не плачь. Давай я помогу собрать. I'm a lot like you were. Oh man, look at my life. I'm a lot like you were. Oh man, take a look at my life. I'm a lot like you. I need someone to love me the whole.